Депутаты сразу нескольких фракций, представители молодежного парламента встретились с главами района и сел, работниками сельхозпредприятий бюджетной сферы. Руководитель рабочей группы так обозначил основную задачу Дня информации. Все в первую очередь это делается для того, чтобы донести позицию законодательного собрания о работе законодательного собрания, тех законопроектов, которые актуальны. На встрече с жителями областной депутат особо остановился на инвестиционном послании губернатора. Поддержка предпринимательства – важный элемент социально-экономического развития области. Через развитие бизнеса мы видим развитие экономики, развитие территорий, новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет. И, как уже вот не раз мы говорили, оренбургский областной бюджет сформирован, большая часть, порядка 60 миллиардов из 76, направляется на социальную поддержку. Поэтому неудивительно, что следующим пунктом поездки по району стал механический завод, где собрали новую буровую установку. В это время председатель профильного комитета встретился с медиками, побывав в том числе и в сельских ФАПах. Обратная связь, по словам Салима Челаяна, необходима в депутатской работе. Мы были в Троицкой амбулатории, да, там, естественно, нужен ремонт, там есть проблемы, транспорт желательно обновить, это вопрос такой общий, не только наш в Оренбурге, а общероссийские проблемы. Поэтому есть вопросы, которые накапливаются для решения уже в законодательном собрании вместе с Министерством здравоохранения. Дни информации в районах депутаты законодательного собрания проводят ежемесячно. Это помогает вносить на обсуждение в парламенте и решать наиболее актуальные проблемы территории, говорят законотворцы. Александр Звежков, Роман Боричев, Новости дня.